Ну и сразу в первом гейме решил сделать брейк Фабио Фанини. Как это характерно. Ну, так вот завершился этот гейм под ноль в пользу Дани. Чтобы убедиться. Ну вот, первые активные действия. Ну и первый гейм берет это матч Фабио Фанини. 2-1. Сейчас неожиданно, как сыграл Даня резаным справа. В стиле Фабио я бы... Игры ума. Ну, уже даже начали немножко двигаться между ударами Фабио. Ну, сам что-то сейчас придумал Фабио. Нам не особо не было видно, как... Понимал, что его ждет и к чему настраиваться, что Фабио будет играть именно так. Ух, достал! И вот так сыграл Даня. Потрясающе. Второй брейк делает. Какой прием получился, да, у Фабио. Казалось, что как круто. Цены бы Фабио не было. Он за такими мячами, он даже и не собирается бежать. Чуть только дальше. Супер. Фабио. Супер Фабио. Так, немножко неуклюже, но главное чуть. No. Говорили. Да, ну что ты ему можешь вообще сказать? Кто это должен быть, чтобы Фабио к нему прислушался? Карадо Баразутти? No. Сюда он не приехал. Еще одна пара хорошая. Ну, так по-будничному завершился этот первый сет. Странно, потому что вчера... Пустой корт сейчас не попадает Фабио. Но он пытается улыбаться, но все-таки как-то не идет. У него ни игра, ни улыбка. Второй брейкпоинт. Но с другой стороны, ты знаешь. Играй прилично. Веди себя прилично. Ну. Ну и сейчас не собирает свою, он держит подачу. Поэтому... Негатив не может на кого-то вымести. Ищет, ищет это вот. Уф, ты смотри, как Фабио сейчас не ожидал такого от себя, прежде всего, мне кажется.
И Даня тоже решил поучаствовать в этом шоу. Все, счет размочил. Дальше можно играть вообще спокойно. 2-1. Немножко передразнить Даню, да? Это несерьезно так. Секундочку. До укороченного дошел. Но... ну, он такой, какой есть. Он не изменится Абсолютно. Никогда. А было бы красиво, если попал бы. Потом... как он будет играть? Но с другой стороны, он не тратит много сил физических. Он может так играть. Ударил смеш. Ну, сейчас Фабио. Красиво, тонко все сыграно было. В континенте. Добавляет Даня то, что не хватало в этом гейме. Эйс. Вот даже вот что тут скажешь? Ну, хоть даже побежал за этим мячом Фабио. Ну, борется все-таки Фабио. Остановился, ждала вот сейчас Фабио. Самый затяжной гейм мы в итоге получили. И все-таки аут. И берет Даня этот гейм. Даня мол. С эйс начинает Даня. Тридцать ноль. Двойной матчбол зарабатывает Медведев. Пока, ох, какой волнение, не могу подать, да никогда. Ну, тоже. Три двойные, и все-таки да, на вылет да. Подает с четвертой попытки. Даня и шутит, и играет хорошо. А вот Фабио, это какие-то прыжки и ужимки были. Не очень, прямо скажем, он развлек всех. Но выглядел вроде бы так, с натяжкой достойно, да?